Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Фома ТВ. И сегодня мы с папой выехали на охоту. Сегодня у нас пятница. Вот. Рассадили, сели из ней утку. Также пару чечёлок. Ладно, будем охотиться, посмотрим, что из этого получится. Есть. Раз. Ладно, сейчас поедем забирать утку. Так, ну вот у нас сидит Маня, а там Федя. Охотимся всего лишь еще 20 минут. Вот. Подлетела утка. Кряковая. Мы ее взяли. Хорошо попал. Хорошо попал. Хорошая вот эта кряковая. Крупная. Так, сейчас находила утка. Пошла в берег. Села утка, но далеко. Это нифига не грек. Есть! Есть! Смотри-ка, нет, добивай, наверное. А, ну да, кряковая тоже. Возьми ее. Или нет? Кряковая? Нет, это не кряковая. Даже не кряковая. Серая, наверное, нет. Да, скорее всего. Серая, да. Да. Серая, вот взяли серую. Ладно, сейчас будем добивать. Так, ну вот, за час охоты удалось нам добыть кряковую и серую утку. Кряка, конечно, очень, ну, намного крупнее. И по весу, и по виду сразу же видно. Ладно, будем продолжать охотиться. Блин, ни хрена себе, как он. Сейчас
Ребята, курс нас подводит, конечно, очень. Сейчас идут выстрелы. Пролетел чир. Есть? Да. Ага, есть. Нырнул. Перезаряжай быстрее. А? Так, ну вот. Взяли еще одну утку. Пока еще не знаем. Селезень вроде, думаю. Все тоже далековато, блин. Чир? Нет. Вот это стая. Есть? Далеко было-то? Есть? Хрена себе. Чир. Четыре утки. Так, ну вот сегодня мы как поохотились, очень удачно. Взяли четыре утки. Охота у нас всего лишь длилась 2 часа. Выехали вот после школы и после работы. Ну, утки подсадные сегодня работали хорошо. Если бы не они, этого бы сейчас не было. Все четыре утки взяли в подсаде. Ну ладно, будем завершать нашу охоту и наше видео. Потому что уже темно, утку не видно. Ладно, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Mm-hmm.